сейчас очень модны различные экстремальные виды развлечения. И вот некоторые наши авиаклубы после такого непродолжительного обучения и инструктажа предлагают каждому желающему произвести прыжок с парашютом. И вот очередная группа после такого обучения производит первый в своей жизни прыжок. Все давно прыгнули, все давно уже на земле. И только одна, вот она, никак не может прыгнуть. Все. Хватит сидеть, хватит. Насиделись уже. Давайте, прыгайте. Вон, смотрите. Все вас и подружки давно на земле, а? Вас в небе высматривают. Все? Да. А у кого парашют не раскрылся, тебя уже не высматривают? Со Степанов вам на язык. Прыгайте, трусиха. Туда? Да. Вниз? Да. Это высоко для меня. Вот если бы с тарзанки. Вообще-то я люблю экстрим. С своим первым мужем я познакомилась в горах. Он был альпинист. Был? Да. К сожалению, мы его потеряли. Слушайте, вы мне портите все мои показатели. У меня же 100% выбросанных за борт. Почему вы так хотите остаться одним? Это подозрительно. Это меня пугает и задерживает. Да ну прыгайте, запрыгайте. Меня никто не ждет на земле. Да ну я-то что могу делать? А вы прыгните сами и ждите меня внизу. Будете ждать. Ну, я вас, понимаете, я вас должен проводить. Нет, вы покажите, что вы тот мужчина, ради которого я могу прыгнуть с высоты 5000 метров вниз головой. Вот мой второй муж работал в цирке. Он был укротителем тигров. Что? Этот тоже был? Да. К сожалению, мы его тоже потеряли. Слушайте, я сейчас позову летчика. Он человек грубый. Он вас так свернет, что вы сядете в тундре. И мы вас тоже потеряем. Причем навсегда. Слушайте, ну чего вы с нами сюда залетали-то? В облака? Чтобы Нюрка видела. Какая еще Нюрка? Подруга моя. Она надеется, что я плохо уложила парашют. А я после посадки выхожу из самолета. Вся такая красивая, невредимая. Представляете ее лицо? Ради этого стоило залететь под небеса. Пусти за вас, летчик. Третий круг нарезает, а? Орет так, что птицы замертво падают на землю. А тут мне парашют дырявый достался. Ну тогда откройте запасной. А если он дырявый? Ну тогда после прыжка. Вот это подойдете ко мне. Я вам выдам новый. Все, вперед. Не толкайтесь. Не толкайтесь, тоже мне кавалер называется. Слушайте, ну мне деньги за это платят, понимаете, деньги. Вот за каждую сбросанную дусу. Говорят, твою бывшую жену вы тоже здесь вытолкали, да? Здесь-то было легко, а вот в дверь выпихнуть было сложнее. Знаю, пришлось самому прыгать. Вещами с 17 этажа на парашюте. Ой, это было стрёмно. Надо говорить не стрёмно, а экстремально. Экстремально? Экстремально, когда парашют раскрылся. А до этого было стрёмно. Всё. Вы только представьте, высота, чистый воздух. Орлы вас примут за свою. Да? Да. А у них не брачный период? Да. А может, вам еще справку от орнитолога? Все, вперед! Не толкайтесь! А! Что случилось? А! Что? А, меня все сковало от страха! А что? Помассируйте меня! Что, я? Ну, а кто же все, давайте! Ну, давайте, давайте! А, ниже! А, ниже? Ага, еще ниже, еще ниже! Еще ниже? Еще ниже! Еще! Вам хорошо? Кому мне? А кому же? Ты кому же старался-то? Все, размякли? Размякла. Самое время на воздух. А, нет, сначала жизнь. Мужчина выходит первым и даме руку подает. Мне нельзя. Я не везучий. Почему? У меня руки, ноги недавно еле срослись. У меня 3 раза парашют не раскрывался. А как же так? Ой, за ноги товарища в воздухе цеплялся. И оба камнем вниз. Все зубы выбиты. А зубы от чего? О. Товарищ отцепить меня хотел, но я был тверд, удержался. Все, выпадаем. Осторожно, я в самом деле могу выпасть. Надо прыгать, родная, ну надо. Уже родная? Да. Правда? Да. Вот сейчас точно прыгнула бы, если бы у меня парашют был. Ну, спиной-то у вас что? Там нет парашюта. А что?
там суп, котлеты и компот. Зачем? Тебя угостить. Я знала, что ты у нас дотянется до обеда. Лёса, Лёса, летим на базу. Это не парашютистка, это буфетица. Откуда такая взялась, а? Чем занимаешься-то? Предпринимательница я. Предпринимаю попытки познакомиться с тобой. Боже, я поняла, что только экстрим сближает. Всем моим деткам шестерым. Что? Ты расскажешь, что узнал меня в воздухе. Ешь суп. Я первый раз суп сделала. Первый раз? Да, ешь. Нет. Ешь. Нет. Ешь. Нет. Ешь. Ой, этот сорвался. Чтоб тебе парашют дырявый достался. Петя, Вася, а нет. Лёша, летим на базу. Милый.